Вот, добрычка, утречка. Бля, не конечно кнопка, да. Видал, чтоб притарабанил? Думаю, да. Я думаю, блядь, я не могу двери открыть, слишком близко. Подожди. Залазь ко мне. Ух, ну ты спишь долго. Да, вообще, да, что ты уставший был, видимо. Бывает же. Слушай, сейчас мне по телефону позвонить. Так, и надо... Надо за рацией еще заехать за нами. Да, это гражданские. Блять, уже забыл. Рации, наверное, в амуниции, наверное, продают. Я думаю, в магазине хозтоваров или... Я ведь не уверен, но может даже в больнице, возможно. Там большой магазин. Мою. Менты, инвентарь. Блядь, где мой телефон? Я уже забыл, блядь, вот он. Недоступен. Так, кого мы еще можем набрать? Слушай, у меня есть отличная идея, как заработать немножко денег. Ну-ка. Может быть, ограбим пару магазинов, надо найти нам какой-нибудь транспорт, не наш. Ну, транспорт, да, тогда. Да. Блять, типа, сейчас опять за 2000 баксов, там, ой, за 2000, за 200 баксов будем умирать. Классно. Классно. Бля, пожалуйста, не пиши такого центурио, я не знаю. Ну, опять какой-нибудь мотоцикл. Никому они твои, вы какой, может, нахуй не нужны. Да, надо найти мотоцикл. Можем также поехать туда, забрать мотоцикл. Потому что там камер особо нет. Ну или найдем здесь где-то, можем где-то, кстати, заехать. Там вряд ли кто-то следит. Только если нас не перестрелят. Ну, это после этого. Да, здесь новости, как будто что-то здесь. Что случилось? Ебать, ты смотри, как много. Три машины стоят. Может, слушай. Может, угоним одну из них и, типа, никто не заподозрит ничего? Ты же представляешь, как много сейчас в городе прессы? Ты же понимаешь, что никто, ну, не поймет? Подумаешь, там никого у них нету? Посмотрим. Они ушли на обед все? Не знаю, но припаркованы, может, они на съемках? Так, где это? Ну, надо запомнить. Завод, наверное, камеры стоят. Надо запомнить место, где мы находимся. Слушай, стоило бы, наверное, переодеться нам, дружище. Что-то много людей ходит, думаешь, что нам это... Ну да, давай пока уедем. Давайте, поехали пока. Слишком много... Блядь. Ебать, здесь я никогда не был, походу. Это первый раз в этом месте, или чё? Ёху, под колеса хотел прыгнуть, ё-моё. Да это суицидники, они потом деньги требуют, чтобы им да, дали. Да, деньги. Это сейчас так зарабатывают, я тебе говорю, новый метод. Прыгаешь под машину, и тебе выплачивают компенсацию. Вот сейчас вот это хотел так сделать. Ну, кстати, тоже хорошая мысль. Смотри, видимо, как много снимают. Что прям, да. На каждом шагу просто поставили. Видимо, что-то важное снимают. Видимо, сегодня кто-то приедет важный. А может, это кино там что-нибудь, боевик снимают? Да тебе это пресса, я тебе говорю, это кто-то важный приезжает сегодня. Так, пошли с тобой, тоже снялись на массовочке, заработали. На массовочке? Ну да. Ну, наверное, главная роль уже кастинг закончился. Ты бы хотел снять хотя если тебе... На самом деле, когда-то, да, но потом желание угасло. Кино это не совсем мое, хоть и мне не нравится на самом деле этим заниматься. Понимаешь? Да. Я не знаю, куда мы едем. Сирены. Это полицейские, которые ничего не делают. Да, чтобы светофоры не стоять, не ждать. Главная тема из GTA, почему?
Бенгетти закрытая. Возможно, они могут быть как и открытые, так и закрытые. Блин, нам такой бы грузовик купить. Ты представляешь, таким грузовиком мы бы смогли уехать и заработать кучу денег. Который вот справа-то едет? Да. Звучит, правда, скучно. Вышел, смотри, подрезать хочет там сзади. Негодники. Агрессивно водит. Блять, куда ты ехать? Куплю себе машину крутую и все, что ли? Ну, да, потому что его. Многие... А ну, кто, слева этот? Да, вот это вообще. Покажи. Смотри, ему, бля, не могу я, топлю. А сейчас он слишком быстрый. Да сейчас он в пробке встанет. Смотри, подрезал его, а. Лох. Ты не забыл, что тебя должны почитать газетку? Не помню, о чем ты. В смысле? Почитать газетку. Бля, мне нравится его машина. Классная. Да. Я бы себе тоже такую купил, были бы у меня деньги. Ну все, это действительно. Да господи. Сверни. Блять. Ну, так даже лучше. Специально же для этого поставили бортик. Чтобы было лучше. Сделать лучше, да. Знаешь, бортик сделать лучше. Может, давай сюда потом... Бля, в смысле я не прыгну, а прыгнул? Ебать, тебя что, застрелить, а маки? У нас нынче хоть денек будет без дождя, что ли, нынче? Погодка вроде пока, да, не Да, погодка хорошая, слушай, какие машины у всех одинаковые все ездят, да? Друг за другом. Наверное, как-то распродажа была. Бля, не помню. В смысле? Все так покупали. Да, она покупает говна своего. Бля, где же найти мотоцикл? Осторожно, тут вороны летают. Главное, чтоб не залетело через окно. Ебать, музычка. Какая песня, да? Угу. Ох, осторожно. Вот смотри, какие тарелки слева. Наверное, много каналов, наверное, ловят. Да, я бы себе тоже такую поставил. Давай тогда нам на крышу такой поставить на трейлер. Чтобы у нас все каналы ловились. Когда не уедем. Шест. Сука. О, смотри, трейлер, помнишь? Как у меня, да. О, там мотоцикл. Мотоцикл? А нет, это там Санчо стоит. Ну, блин, тут, наверное, камеры, я еще не знаю. Давай где-то припаркуемся. Я не думаю, что все три слева. Отсюда. Да, конечно, выйдем. Вот, смотри, моя лучшая парковка в жизни. Переодевайся. Камер нет, нихуя нет. Погнали. Дальше мы спаем походкой. Два дня спал. Слушай, а какой первый мотоцикл стоял на парковке? То, не на этой, а на той. Не, откуда здесь камера? Где ты здесь камеру увидел? Я не вижу. Это брошенная хуйня.
Погнали. Смотри, ключи оставили. В мотель зашел, видимо. Слушай, а мы закрыли нашу машину? Ой, я не закрывал. Бля, я не помню. Я вроде закрыл, но я не уверен. Потому что там как раз грозоправка. Можно и заправку заехать будет. Смотри, даже две. Ебать, ударился. Ё-моё, лучшие грабители. Ё-моё, вот это повезло, да? Что ключи были? Тупо шок. Вы шокированы не меньше меня. Бля, дверь были открыты, вы представляете? Хорошо, что проверили, было открытым. Да. Тебе ничего не надо? Там кувалда, еда. Ну, а, пох. Еда, вот я бы покушал, да, есть что-то? Возьми, да, в машине возьми. Слушай, только осторожно, надо грабить. В последнее время, из-за того, что часто магазин начали грабить какие-то преступники, все эти продавцы вооружены. У вас один вопрос, ты тут? Да. У меня мышка берет и съебывается нахуй на второй экран. Что мне сделать, чтобы этого не было, блядь? Бля, ну я не отмена, знаю, прочитай отмена, молитву. Я решил этот вопрос. Я помолился я за тебя, сработало, пожалуйста. Сработало. Жди звонка. Мы здесь заправимся, потому что и заплатим, чтобы не вызывать подозрений. Бля, что за грабеж? 4 литра за 8? 2 за 4. Тут вроде тоже такая только открытая, да? Ой, блядь. Да, похоже на это. Отъезжай. Поехали дальше. В этот давай сюда, давай сюда. Там точно есть. Давай, поехали. Блядь, не дай бог мне еще раз, он так вальнёт с дробовика, блядь. Смотри, заходишь со мной. Смотри, заходишь со мной, сумку будешь забирать. Я буду валить, ну, вырублю продавца. Сумку забираешь ты, потому что он может схватить дробовик. Ё-моё. Да, поэтому, ебать, байкеры уехали. Самое время, давай, заезжай. Заходим. Блять, пошли нахуй. Так, пошли все вон, где бабки? Гони бабки, слышь ты. Блять, здесь походу никто не дает деньги. Слышь ты, давай деньги, деньги на стол, мразь. Быстрее, давай, шевелись. Слушай, здесь походу нет бармена, но мы можем купить чипсов. Мне просто хот-дог. Не самообслуживание. Извините, пожалуйста. Да, это пранк, это ну, пранк. Пожалуйста, пожалуйста. Либо дайте деньги, либо худог. Брайс! Побежим! Фу, блядь! Ты! Папа, садись, садись! Поехали, едем, едем, едем! Бля, с него ствол можно забрать. Ты что делаешь? Похуй! Ты меня оставил! Я тут, давай! Грохни его, папа! Как же он плывет, пизда! Поехали! Поехали! Забирай! Пизда, прицел! Ты как, тебя не задели? Меня не задели, но почти было близко. Знаешь, просвистело прям над головой, блядь. Ой, ну, у тебя шлем нормальный, защитил. Здесь, знаешь, я увидел, что у челика был пистолет, и я посчитал, что он сейчас начнет стрелять. Блядь, как же я был прав. Как же, сука, был прав. А, блядь. Джон. Это просто пиздец.
Это просто пиздец. Как же хорошо. Он. Я почти в тебя задел. Я прям. Ты не видел, как я стрельнул? Не ты когда быть? Садился на мотоцикл? Я, блядь, не знаю, я такой. Ай, осторожней. Ну что? Мне просто интересно. Мне написали, что можно воспользоваться метро, но я не уверен, что он работает. Он работает? А я не знаю, никогда не видел метро. Ну, Крамер вроде пользовался. Крамер, ты пользовался метро? Я сел в метро, и поезд уехал без меня, я в воздухе остался висеть. Да, ну, можно поезда, сделать что-то не так. Поезда приходят, да? Да, поезда ходят. Я просто, могу как-то типа, узнать игрока от обычного неписа? Могу различить? Ну, обычно они одеты как онлайновые. Ну, они выглядят как онлайновые. Дима, там в WC написали, это для нас или нет? Вот Джокер. А как кнопку разговаривать в игре? Алло? Дима, чат Дима, на N. Я не знаю, сейчас. У меня не отмечено, я не знаю, что такое 68. У меня обычная карта. Ну, типа там магазин. Магазин одежды, это же мы же не магазин одежды были. Это был бар. У магазина. Ладно. Сейчас. Я не знаю, типа. Я хз, Крамер, короче, потому что надо Крамер. Ну, типа, у некоторых полицейских я знаю точно, чтобы ориентироваться, есть карта, специально скачанный мод. И на этой карте каждая точка отмечена цифрой. Ё-моё, езжай! Езжай, 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 уезжай от копов. Нельзя столы ботов. Крамер, не пишет там, столов с ботов нельзя. Понял. Понял. Как его дропнуть? Просто не используй его, потом выкинешь нахуй. Тебя его нет. Принеси нелегальное оружие в участок и скажи, я его нашел, тебя заберут. Езжай, 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 не останавливайся, сейчас они вертолет еще вышли, ты пиздец. Бля, мы еще ничего не сделали. Ну как, убили всего пару человек. Но они сами начали агрессировать, акт агрессии провели на нас. Да-да-да. Мы-то зашли за хот-догом, пранкануть, пранкануть их. Да, тут скорее самооборона, этот братан. Так, уезжай, а то мы что-то вернулись на место. Все, короче, все нормально. Может, сменим машину? Да не, у нас нормальная машина. У нас вряд ли кто-то найдет. Просто будут нас отслеживать. Я тебя понял. Крамер, ты в ТС говоришь. А, ты в ТС говоришь. Полиция и звездочка показывают на карте меня. Сеня, спасибо большое, 3 месяца. Добро пожаловать назад, спасибо большое. Как с брофист, хо. Не, это не удар, это брофист, йо. Братан. Йо. Крамер, да. Крамер, ты в ТС не замучен. А у меня просто долг стоит. Ага, понял. Ой, ты видел? Да. Тоже такие катаются. Броджоп. Ты думаешь, мы оторвались? Лучше бы броджоп. Сука. Я думаю, оторвались, потому что тогда просто мы были у здания, походу вызвали копов. Я не думаю, что за нами сейчас есть лешка. Как вы думаете, на этом мотоцикле нет номеров? Могут ли копы нас отслеживать по ним, типа? Я вот это не знаю. Номеров нет по РП. Вижу. Я не знаю, Мухин написал, но не ответил. Это пустыня, нет карты. Магазин одежды, типа, мы ответили, что это не магазин одежды. И он ничего не ответил на это. Я хз. Номер мотока на радар полицейских машин добраться, но они могут не могут отслеживать. Бля, класс. А если они меня... То есть они могут меня... А мне надо им говорить, что у меня нет номеров или типа... Так, ну что, куда вот это дальше? Номеров, потому что реально не видно ни одного номера. Дальше, ну, наверное, ближе к... П,
поехали в город, слушай, если они нас ищут в пустыне, они думают, что они будут думать, что мы будем там. Так мы по этой дороге-то едем, а то я что тут новые места какие-то. Какие-то болота или что это? Болото. Похоже, болото какие-то. Либерти даже велик отслеживает. Отслеживание велосипедов, блять, отдел по отслеживанию велосипедов, нахуй. Пишем это, потому что вас найдут и будете мошна, как они следили. Меров. Так поставь, я не знаю, может это там постри по карте, куда нам ехать. А то я прям чувствую, что я заблудился маленько. Че туман этот? Ого, что-то тут. Слушай, там потусовка какая-то, пошли посмотрим. Хотя мы не одеты на самом деле. Ну я бы фургон этот, не знаю, пока не отвлеклись. Там мотоциклисты катаются. Слушай, там мотоциклисты, мы в принципе похожи на мотоциклистов, я думаю. Я просто хочу знать все правила сервера, типа, я ж, типа, много поменялось, много интерактива идет с самим чатом, в плане того, что с тобой могут как-то там общаться и спрашивать в этой штуке. Я тут разбился, походу, на мотоцикле, меня он валяется, дымится. Да я как-то об него наебнулся, когда ехал во второй день нашего пребывания в мотеле, когда ты еще спал. Нахуй, я думаю, нету. Тут плохо работает. В смысле, там ни одного мета нет или чем. Ничего не вывезли еще. Да службы вообще не работают. Вся надежда на нас. Тебе бы маску, вместо маски шлем купить, чтобы больше на мотоциклиста быть похожим, а не на воришку в законе. Так это у меня. Не знаю, Юхи. У кого-то есть проблемы с подгрузами? Просто давай это противопесочная специальная маска. Противопесочная маска, ну против ладно. Против бури, понимаешь? Противобурная. Ну у меня тоже она, да. Против всего, посмотри. Да. В Дискорде. У пациков. Ну, знаешь, блять, мне неудобно, нету, типа, спрашивать. Гоняют, всякие трюки делают, они вроде такие же. Я спрашиваю, сюда надо об этом докладывать? Что мне спрашивать у пациков? Курю, не, я вчера не играл. Ай, блядь! Ай, блядь! Покуда смотришь, мразь? А, я не очень вроде сильно ударился, у меня шлем хоть одет. Ты как? Папа, ты в порядке? Да, конечно, в порядке, я в шлеме. Я вроде тоже. Я в специальном, блять, костюме для этого. Идиот. Я поведу. Попробуй залезть, я помогу. Запрыгивай. Ну, давай. Ё-моё. Блять, вы, сука, куда смотрите, куда едете? Что он так резко повернул, я не ожидал. Да потому что водят здесь так. Я подумал. Блять, Амаки, иди нахуй. Сука.
Возьмите квесты у куратора. В смысле брать квесты у куратора? В смысле? NPC-куратор, блядь. Дай квеста, алло. Ох, жестко. Ты припасил до газетеря? Ну, потому что мы сейчас будем съебывать от копов. Хоть с копами познакомимся. Нельзя ехать по правому... Блять! Пожалуй. У меня управление почему-то не нажималось, я на какую-то кнопку нажал, и он не рулился. Магазин. Слушай, магазин еще один, я про него даже не знал. Давай заедем. Пойдем. Это ограбление, давай бабки, 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 ты, красотка! Давай, 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 доставай деньги. Доставай, давай, быстренько складывай. Заходи, Джон, заходи, сумку заберешь. Давай складывай, ты стрёмная кобыла, блядь. Сука, сумку достал, я уже думал дробовик, блядь. Ну, можно побыстрее? Можно побыстрее, да, пожалуйста. Дамочка, блядь, мы как бы спешим. Не на свидание собираешься, быстрее. Блядь, хватит давай. Мелочь, мелочь не нужна, давай крупные деньги. Бери, бери сумку. Блять! Сваливаем, сваливаем. Давай, да, сваливаем. Блять, почему она не ударила я? Поехали. А почему не ударила я? Она же в упор была. Она же была в упор. Я не просто. Я не знаю, как Пабло. Гитара. Да, да. Можно да, один да. вопрос сейчас тебе задать? Да, давай, задавай. Какого черта меня по имени назвал? Я. Нет. Джон, я. Тебе показалось. Я показалось. На Airbeach? Это проблема. На Airbeach? Да? Блин, ну забей сейчас, все оговорился. Больше не буду. На Airbeach. Бля, почему? Понял. На Airbeach, на Airbeach. Странно, я вроде и на R нажал, ничего не произошло. Я обычно, я помню, я с пистолета, когда рядом с Крамером стоял. Я нажал на выстрел, чтобы стрельнуть мимо. А он его поебал, ударил пистолетом и убил. Даже без выстрела. Слушай, у тебя есть с собой ремнабор? Нам бы починиться. Сейчас заеду да, сюда. Да, вроде был. Здесь можно купить, если что, кстати. Я помню, мы сюда заезжали. Блядь, дешево тоже застроили, типа, блядь? Или это другое место? Я не доехал. Когда хотел перезарядить пистолет. А-а-а, ну, точно! 700 баксов было. Точно, это R, это не релоад. Все, я вспомнил, да. Да, у меня если что есть, то главное пробу починить. Ух! Слушай, золотые у тебя руки. О, придумайте клички. Ебать, классная идея, слушай. Слушай, Джон. У меня крутая идея.
чтобы во время, когда они будут камеры смотреть, они могут услышать наши имена. Поэтому давай будем называть друг друга по кодовым именам и словам. Да, можем. Да, 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 да. Можно, да. Давай, я буду сокол, а ты будешь пчела. Может, я буду Саратов? Сокол и Саратов. Слушай, хорошо. Понял тебя, Саратов. Отлично, сокол. Бжола, блять, ладно. Слушай, там теперь продавщица. Так, это ограбление, ты мразь. Давай бабки, бабки на кассу. Давай, все давай. Чё ты в платье тут, а? Модница, хуёдница. Давай, Саратов, забирай сумку её. А, смотри, на стол залезла, пытается нас отвлечь. Будь осторожен. Возможно, у него там были деньги спрятаны с потолка. Ха. Я возьму тут шоколадку. Тебе взять? Возьми. Сука, как долго. Давай поспешаем, сука! Бежим! Давай, давай, погоним. Давай, сокол, взлетай. Погнали, Саратов. Поищи другой магазин. Поставь GPS. Ты меня слышишь? Поставь GPS, говорю, спасибо. Да, я смотрю, у меня просто мало, потому что на карте я себя помечал. Поближе есть. Или мы оттуда, подожди, мы там были? Это не тот же? Блин, возможно. Нет, другая, это, другая, только, другая, только другая. 200 баксов только дали. 200, а в другом, а в первом что? 700. 700, ну нормально, так, давай этот. Это ограбление, давай бабки. Нет, я не крейзи, давай бабки. Саратов, Саратов, заходи. Нет, я могу носить оружие, а ты уходи. Давай, не шути со мной, ложи деньги в... кричи на него, Саратов. Быстрее давай, алло. Ты слышишь, как он на тебя кричит? Раз, два, сюда, ложи стол, куда ты побежал? Ты смотри, он деньги пытался украсть. Он под себя бросил. Что за хуйня? Я не могу его взять, сука! Не сказ... Сокол, сокол, долго очень, сокол. Погнали, не могу, слишком тяжелый пакет, там слишком много денег. Бросай его, Саратов, погнали. Блять, ебаная игра. Какого хуя он бросил? Я же... Он то, что в контейнере подложил? Похоже на то. Многие хитрые пошли. Хитрые продавцы гантели кладут в деньги. Сука, как сложно зарабатывать в этом преступном мире, блядь. Как же, сука, сложно, чат. Что делать? Даже сумки с гантелями, блядь. Сумки с ебаными гантелями. Здравствуйте, мне Биг Мак и, сука, деньги все давай! Только без гантелей, мужик. Без гантелей. Мы не шутим. Без гантелей. Быстрее, кот, набирай свой. Алло, куда ты смотришь? Ты что, блядь, забыл? У тебя там 20 знаков? Давай деньги, мразь! Сука, 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 сука. Закинь, сука, что ты собираешься? Как... Да громче на него кричи. Быстрее, давай сюда. Смотри, он не боится тебя. Давай деньги. Давай всю кассу заберем и все. Вложи, куда ты потащил, блядь. Сокол, погнали. Садись за руль, садись. Блядь, я не могу. Чё? У меня мышка. Что происходит? Я ничего не могу сделать. У меня мышка просто. Видите? Что происходит?
Я ничего не мог делать. Так, ну что дальше? Ты меня слышишь? Слышь? Крамер, я забагал, короче, я не могу... Почему? У меня мышка высветилась, я хз. Ничего не могу делать. А, тигра вылечил? Ты это нам рассказываешь? Не, Крамер, я ничего не могу делать, меня забагало. Крамер. Максим, нам нельзя уже здесь быть, нам надо полностью замутиться. Полм? Типа, я ж не, блядь, не стал овощем за секунду, блядь, когда ехал с Крамером. ПРП, блядь. Альтап. Я делал альтап. Я не хочу терять слот на себе. Блядь, ну игра считает, что я АФК. Ты что, охуела? Я сейчас сделаю контрол. То же самое. Ты перезаходишь или ты, тебя по... Да я пытаюсь а. Пофиксить, чтобы не перезаходить, слот потеряю сейчас, пиздец. У меня уже игра считает, что я АФК, если что. Я типа... То есть, типа ты ездишь, да? Ты да, я в игре, но я не могу ничего делать. У тебя не было такого? Alt, Enter два раза, я сделал. Нет. Бля, бред. Я не могу сделать полноэкранный, я уже нажимал. В чате я не могу ничего сделать, блядь. Написано телефон достать. Я не могу, у меня мышка, видите, как будто я каким-то хуем, я писал в чат, и у меня неожиданно эта хуйня случилась. Дискорд, а что дискорд? Мне просто перезайти проще. Но я не хочу слот терять. Тап. А что делает винтап? Бля, ну нихуя себе. Не, мне настолько залагало. Я зашел. Крамер, я, короче, где-то на берегу, забери меня, короче. Я на дорожке. Сейчас я напишу, типа, туда. Ну, напишу, что мы грабили, чем, типа, сказали эти. И скажи, что у нас одна сумка просто нахуй выпала. А ты куда спрашиваешь, в чат или в Дискорде? Ну да, я в ВВЦ пишу. А. Ну я здесь, короче, жду там, где я выпал, там жду тебя. Мути себе тачку, не хочу, пирам, нахуй мне это годно. Я не хочу годно, я хочу какую-нибудь, не знаю, парафлану больше. Короче, мутишь, то деньги пытаемся заработать. Что еще мутим? Пока что зарабатываем бабки начальные. Знаете, что я вспомнил? Помните Джулию вот эту вот, которая из прессы? Она мне обещала скинуть номер. А кто такой вот этот? О, это Билли. Я в больнице, заберите меня. Бля, смс-ки с Билли. Привет, Женя. Про динамо ебануться, короче. Отпизжу я. Душат в Дискорд, все надо скидывать.
Urgent Team. Бля, у меня есть отмычки. И эта машина выглядит так, как будто это отмычка для нее. Крысу это она написала, что и могли типа там камеры посмотреть, все такое. В следующий раз будем вызывать просто на себя этот. Я не видел ни разу, чтобы кто-то в чат вообще писал насчет этого. Вообще никогда. Но мне я сказали, правда не могу. Они сказали написать в Discord просто. Discord писать, что ты грабишь? Вообще в Дискорд писать? Нет, когда грабишь, нужно делать вызов с телефона на себя, типа. А, даже в магазине? Да, о, да. Ну, потому что, типа, оно баговано, типа, не работает. Но мне говорили, это делать когда-то по РП ситуации, да, на? Не, ну это тоже пойти, типа, еще надо. Ну, я, типа, я сейчас эти три случая просто им накидал в этот чат. Я на пляже, где ты тут вылетел? Видишь. Так, какие планы, денег? У меня что-то голова закружилась, мне срочно захотелось отойти в туалет. Спасибо. Да, бывает, да. Я подождал. Я тут покружил кругами, посмотрел, как там. Ну, вроде пока все тихо. Какие здесь путаны в дождь работают. Трудятся, да, даже да, в дождь. А, наверное, на мотоцикл не сяду, да? Я могу слезть. Да не, поехал. Нихуя открытая! Залазь, блять! Ё-моё. Ебать лагает. Нихуя она быстрая! Слушай, она настолько быстрая, я даже не знаю. Мне страшно. Да я надеюсь. Смотри, там еще красная. Мне кажется, она даже быстрее будет. Перебей номера. Перебивать номера это через кураторов. Я не знаю, как это делать. По РП дика нет, который может мне, допустим, так, а что, помочь перебить, да? Который типа шарит. За нашим трейлером, да, надо съездить. Можем заехать в магазин здесь. Закончить начатое. Мы грабили этот? Или это тот, который гирю положил? Да, мы тут были уже. Это не гиря, которую положил? Не-не-не, гиря другой. Напиши в чат. Какой чат? Что написать? Куда подъехать? Кому написать? О чем ты? О чем ты? Я тебя не пойму. Не стоит считаемость машины самоугона. Да похуй. У меня Краймеры на все руки мастера. Мы купим там ремкомплекты. Минус, короче, монетизация на ютубе. Нужен куратор. Да я не знаю, я по РПш как бы не знаю, как перебивать. Если бы мне Дик хотя бы познакомил, тогда бы я уже мог написать. Это же ботовская, держи или нет. Хорошо летит, да? Да 180, я даже не чувствую скорости, ты понимаешь? Слушай, может нам такую купить? Сколько у тебя денег? 2000. И у меня 2000, если мы скинемся, то у нас, ну, будет 4000. В аренду взять на час, не хватит. Подсесть с нее. Да, сфоткаться это будет.
Слушай, ну я могу узнать насчет перебива номеров, но человек спит. Ну как стоячих обходишь? А Донни Шарет, перебив номеров, я спрашиваю, может, она тоже куратора знает? Я хз с ней не особо общался. Алло? Алло, Пабло! Пабло! Это да? Я, Максим! Я Максим? Сухой... Я тебе привозил сухой... Максим Евгеньевич, Флекс! Да, Флекс! Ё-моё!